Сухо, жарко, малооблачно. Последний понедельник июня прошел под знаком 29-градусного пекла. Дождливые выходные и небольшое снижение температурного фона – лейтмотив и предстоящих будней. Всему виной фронтальный раздел с Польши. Ненастье надвигается на страну в компании шквалистого ветра и сильных дождей. Уже во вторник в Беларусь начнет поступать более прохладный воздух. Южный ветер сменит коварный западный. На завтра объявлен оранжевый уровень опасности. Тем временем большая вода продолжает накрывать Украину. На страну, кажется, обрушились все стихии одновременно. Удушающая жара, мощные молнии, безудержные ливни. Румынию лихорадят наводнения. Из берегов вышла река Прут. Спасатели зафиксировали полуметровый уровень воды. Стихия стоила жизни трем человекам. Метеопрогнозы пока неутешительные. Завтра в Бобруйске переменная облачность. Возможен дождь. Днем 20-22, ночью 17-19. Вероятность грозы синоптики оценили в 75%. В среду и четверг, за исключением осадков, характер погоды существенно не изменится.